сегодня добровольцы нашего движения из разных регионов России вышли в пикет перед посольством Украины в поддержку нашего друга, регионального руководителя в Крыму Елены Одновол. 23 апреля ее незаконно задержали на границе Украины и России. И мы считаем, что все обвинения, которые ей предъявляют, они абсурдны, необоснованные. И мы переживаем за нее и надеемся, что скоро она вернется домой. Мы вышли сегодня сюда, чтобы поддержать нашу коллегу. Вы знаете, погода не пугает, только потому, что я знаю, что если бы, не дай бог, так случилось бы с кем-то из нас, я знаю, что Елена была бы тут. Не случайно вот ее арест произошел 23 апреля, так как уже 24 числа ее команда, ее большая команда во всем Крыму организовывала акцию «Георгиевская ленточка». Она создала огромную команду волонтеров Победы в Крыму, которые сохраняли историческую память о Великой Победе.